старость в радость с таким жизнеутверждающим посылом создавался и осуществляет свою деятельность уже 12 лет пансионат для престарелых «Алиран», который расположен в хозяйстве Ахмат Ясави Юкали-Черчикского района Ташкентской области. Обеспечить достойную старость одиноким пожилым людям, создать условия для их комфортного проживания, уделить пристальное внимание состоянию здоровья. Эти и многие другие задачи решает коллектив пансионата «Ариран» во главе с Ким На Йон. 한국국제보건의료재단에서 운영하는 아리랑 요양원은 우즈베키스탄 고령인 독거 어르신들을 위해서 지어진 시설입니다. 한국 정부와 우즈벡 정부의 약속으로 지어져서 2010년 3월 26일 날 개원해서 올해로 12주년을 맞이하였습니다. 제일 중요한 거는 어르신들이 남은 여생을 편안하게 보내시는 거고요. 그리고 저희 요양원에서는 어르신들 건강하게 행복하게 마지막 여생을 맞이할 수 있도록 보내시는 시간을 만드는 게 가장 중요하게 생각하고 있습니다. 한국에 있는 요양원 시설과 동일하게 운영을 하고 있고요. 시스템 안에서 어르신들이 규칙적인 생활을 통해서 본인이 하고 싶은 거를 충분히 만족할 수 있도록 어르신들 생활에 맞춰서 이렇게 규칙적으로 운영을 하고 있습니다. На сегодняшний день число проживающих в пансионате Ариран составляет 34 человека. Утро начинается с измерения артериального давления, пульса и температуры тела. Затем утренняя зарядка, завтрак, обязательные занятия в тренажерном зале. А здесь все нравится. И то не нравится. Тренажерный зал по утрам. Аэробика, еще бумажные стулья есть, все есть здесь. Козелки делаем. Особенно обитателям пансионата пришлось по душе караоке. Они с удовольствием поют корейские и русские песни. В пансионате проходят занятия по математике и чтению, различные интеллектуальные игры. Все это преследует одну цель – как можно дольше сохранить физическое здоровье опекаемых. Я попал сюда в сентябре прошлом году. Полгода я уже был здесь. Я знал, что здесь условия хорошие. Но вообще выше всяких похвал. Я благословляю судьбу, что попал сюда. День начинается с зарядки. Все участвуют. Зарядка помогает нам зарядить бодрости. После зарядки завтрак и так далее. И потом начинаются программы. Ну, в общем, день насыщенный. Преимуществом жизни пожилых людей в доме престарелых является круглосуточная медицинская помощь, так как у многих имеются хронические заболевания. К услугам пожилых людей уютные, комфортные комнаты на двух человек, оснащенные всем необходимым. Для немобильных постояльцев имеются необходимые средства передвижения. Поручни, функциональные кровати, ходунки, кресла-коляски, лифт в двухэтажном здании. Экологически чистый район,
Зеленые насаждения, удобные дорожки и скамейки позволяют совершать пешие прогулки. Коллектив пансионата «Ариран» видит свою первоочередную задачу в обеспечении людей преклонного возраста, защищенности и продлении их жизненной активности. Успешная деятельность дома престарелых достигается многими факторами: финансированием Международного фонда здравоохранения и профессионализмом сотрудников. Здесь хорошо живется, отлично даже. Вот. Потому что у нас сотрудники очень замечательные. Я сюда прибыл в 2013 году, живу уже 9-й год. Живу отлично. Вот. Повара здесь очень хорошие. Они нам варят очень вкусные блюда, готовят разнообразные. Врач, это медсестры тоже не забывают нас, очень уважительные. Они все, то, что надо, все обеспечивают нам. Ассоциация корейских культурных центров содействует в оформлении документов в дом престарелых пожилым людям. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнут липы или река блестит, мне от глаз твоих красивых зор не отвести. Прошел чуть не полмира я, другой такой не встретился. Подумать не додумался, что встречу я тебя. Лауреат республиканских и международных конкурсов Магдалина Ким дала небольшой концерт для коллектива пансионата «Ариран». Желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания и заботы. Пусть будет мирным каждый новый день.